Deci se pot extrage. Este căpăcit. Acest lucru este specific al albinelor carpatine. De multe ori ne uităm în stupi, vedem caturile pline și o mână, două de albine. Mereu mă întreb cine a băgat mire. Este bine. Auzi, dar nu mai duc pe ele. Nu pot să oprești în moment. Deci aici am vrut să arăt faptul că aceasta este o ramă naturală, crescută fără foiță artificială și se comportă foarte bine. Da? Să vedem că aici parcă s-a rupt și se poate vedea că nu are niciun pic de foiță artificială. Deci. Voi extrage prin centrifugare fără absolut nicio problemă. Mirea este foarte aromată, de calitate extraordinară. Вот хорошая рамочка. Куда ставить его? Так, а вот куда ставить? Вон внизу магазин пустой. Да, вот в этот большой. Давай тогда корпус поставь себе. Только там пчел, наверное, надо согнать. Вот тащи. Вот рамочка, видишь? Вот она. Вроде как бы типа больше. Раздутая. Явно. Так, тебе это самое. Не надо мне ничего. Я понял, маленький. Вот покажи сейчас я приму эту рамочку. Вон она какая раздутая. Так это еще 9, а у меня есть по 8. Вот интересно посмотреть. Боком. Вот она. Другой стороны поверни. Не нормально. Вот. Понятно. Вот это вот. Я понимаю. Медок. Медок. Ой, вот здесь, видишь, не стряхнет. Ладно, чего не стряхнется, там останется. Вытащим вечер. Останется куда-нибудь. Неудобно. Они припечатали снизу еще. Смотрите, рамки. Почему они тут припечатали? Все, я все заканчиваю. Да, все. Ладно. Да, по какой-то причине камера у меня выключилась. Непонятно почему. Вот. И вот еще одна чудо-рамочка, да? Налепили, стоит разделительная решетка у нас, внизу работают две матки. Все пчелы работают наверху. Вот еще одна рамка. Если бы не засуха,
Я думаю, что все рамки были бы такого плана. Наверху, наверху, с той стороны. Брусок вверх, с той стороны. Уберите детей от экранов мониторов, потому что тут нецензурная лексика присутствует. Хотя запрещено, да? Вот она тебе и отблагодарила за то, что ты откачиваешь у нее мед. А то она, бедняжка, не знала, куда деть его. Она же течет, капает. Потому что все прилепили. И все это. Так, у нас там в доме ничего не варится. Да нет, я вроде в дом заходил. В армянке. Да. А эта смс-ка на твой телефон пришла, потому что у меня не такой сейчас телефон. А? СМС-ка на твой пришла телефон. Ну, у меня нет. Да ладно, потом достанем. Сколько наградили? Рамку целую потеряли. Вот. Еще одна полностью печатная рамка. Когда откачали еще первый раз. Чего? Давно откачали рамок 6. Ага. Они, может, и тянули до лепухи. Это просто местным уже не хватает. Очень даже не хватает. И у нас вон куски отваливаются, налепленные поверх рамок. А куда бьём? Вот. Да не, это только одна. Так-то они себя достаточно мирно ведут, я смотрю, никто никому не лезет. Это ты когда ж прихватишь ее. Она на рамке сидит, никого не трогает, тогда её хватит пальцами. А, вот видишь. Сейчас тебе будет ёлка. Нет, я бы вообще-то подымил. Чтобы... Сними сейчас якорь. И пошел по кустам. В общем, такие вот дела. Столько рамок мы у них забираем. А последнее. Ну и все. А там посмотрим позже, что у нас получилось. Всем спасибо. Да, последняя также полная. До новых встреч. Вот выглядит в гнезде. Рамки не разделешь. Надо все так снимать, что я буду эту рамочку поднимать. Чуть-чуть подальше. Видно? Да. Вот такая рамка. Здесь мед красный, а здесь белый. Ничего не видно. Белого хозмет таре.
Ага. Пишетлеген, оста, тавы, пишетлеген, тухан Алла. Пишетлеген. Вот такой улей красивый. Так, будем подбирать в нем мёд.